Дорогие друзья, всем здравствуйте, немножко потерялся с виду, вчера не было стримов, сегодня не было целый день роликов, и сейчас ролик очень поздно выходит. Все потому, что я вчера просто ночью уехал на рыбалочку и только сейчас вернулся. Ну, вы знаете, как я ее люблю, просто я не мог, у меня появилась возможность съездить, и я целый день рыбачил и всю ночь сидел. Короче, сняли для вас крутой влог, там было пару крутых рофл моментов. Короче, угорнете, надеюсь. Кто подписан на лайв-канал, ждите, а кто не подписан и хотите посмотреть, ссылка на лайв-канал в описании. Да, влог выйдет уже завтра, скорее всего. Первый, их там будет две части, короче, ну, угорнете, я надеюсь. Мне понравилось, очень. Ну и кто любит рыбалку, это вообще просто. Видите, да, как я что-то сгорел или что. Ну, короче, уставший, жесть. Ребят, не знаю, стримов сегодня, наверное, не будет. Я отдохну, мы легли в 2 ночи спать, проснулись в 6 утра. Я очень вымотался, просто глаза слипаются, еле доехал домой. Но, естественно, про видосик не забыл. У меня куча всего, я не успеваю. Завтра, наверное, будет 3 ролика, потому что я видел, новые пассивки вышли сегодня. Ребят, сразу к вам вопрос. Мне надо еще пилить ролик про новые пассивки? Я могу задонатить, сразу их все купить и сделать обзор. Просто я их еще не смотрел лично. Вот, понимаю, что уже день прошел, вы как бы уже все знаете, но напишите. Если да, я завтра запилю, задоначу, покажу вам, сам поиграю. Ну, может, показывать вам уже нечего, но поиграю я лично, мое мнение скажу. Если надо вам мое мнение, пожалуйста, оставьте комментарий, я после публикации этого ролика обязательно их почитаю. Следующее. Сейчас тема ролика такова. Я выбью нового бойца на этом аккаунте. Но мне надо затащить лишь одну катку. Возможно, многие уже догадались, какого бойца, а кто нет, сейчас узнаете все. И следующее. А следующее я вам расскажу чуть попозже. Ребята, пожалуйста, поставьте лайк. Лойс, где мой царский Лойс? Вот он, лайк, колокольчик, ребята, подписывайтесь, я безумно вас люблю, соскучился. Стрим будет, естественно, в ближайшее время. Ну, сегодня, наверное, нет, завтра. Ну, если сегодня вдруг созрею, сейчас пойду покупаюсь, может, и сегодня запущу. Поставьте лайки, блин, пацаны, люблю вас. Все, что следующее я хотел? Что-то хотел. Итак, ребята, первая каточка и последняя для выбития для апа нового, блин, для получения нового бойца. Сейчас узнаете какого, но я думаю, что те, кто играют в Brawl Stars не первый день и прекрасно понимают, о ком идет речь, но надо затащить. Сегодня любимая карта ФОВ, ребятки. И как назло, блин, не могу сегодня постримить. Ну, не знаю, я еще не уверен, но, скорее всего, не смогу. Я засыпаю, ребята. Вот, но я завтра уделю полностью день апу кубков именно на этой карте. Я хочу завтра поднять сразу два бойца на 500 кубков за раз. Тупо поставьте лайк, если хотели бы. Ну, тупо два бойца сразу на аккаунте без доната. Это аккаунт без доната, сейчас туда-сюда апаюсь, все прекрасно. А на фофе можно, блин, если бы я сегодня стримил, я бы, наверное, и 3 бойцов поднял бы. Это очень изич карта, и я на этой карте, блин, за стрим поднял Шелли на 500. Ну, очень легко, всем легко, мне, вам, ну, вы сами прекрасно знаете. Но, блин, сегодня без стрима, завтра буду целый день, это ж карта. Хотя, стоп, эта карта, может, сейчас пропадет. А, бля, понятно, все. Молодец. Да, завтра буду апать целый день, когда карта заканчивается через час. Молодец, апай завтра целый день. Сорян, я реально думал, что она только началась. А я только сейчас на время посмотрел, не сду. Я не затащил топ-1, поэтому придется сыграть еще раз. Сейчас проверю, ребят, по поводу новой карты. Ну да, она заканчивается. Не знаю, какая следующая, не посмотрел. Через час заканчивается новая. Ну ничего страшного. Все равно я постараюсь завтра поднять 2 персов на 500. Это будет по времени жестко. То есть я много потрачу на это времени. Но мне вот по приколу хочется сразу 2 персов поднять. Завтра узнаете об этом. Вот, что еще? Какая-то еще у меня была информация, улетела с головы. Не помню. Что я пропустил еще, кроме пассивок, ребят, напишите. Да вроде ничего, я всего лишь на один день уехал. Давайте, пока я апаю, я еще быстренько вам расскажу историю по поводу рыбалочки, быстренько. Короче, вчера, ну, мы договаривались съездить на рыбалку. Мы хотели на выходных, у нас не получилось, мы забронировали вот на будние дни. Вот, но собирались мы ехать сегодня, в среду, днем. И так бы ролики были, вчера стрим, все классно. Но внезапно, когда мы покупали продукты, там собирались, внезапно было принято решение, мы решили так поехать сразу ночью. Ну просто так хотелось, блин, вы не представляете, я так люблю рыбалку, я прям вообще просто, у меня стояк на рыбалку, ребята. Я не знаю, что-то вот я с детства ее люблю, и как-то уже давно не рыбачил, и тут опять как-то подсел на нее.
Вот, жестко, короче. Ну вот, в итоге, поехали на рыбалочку, приехали очень поздно, сидели всю ночь. Ну не как всю ночь, в 2-3 ночи только легли спать, сейчас утро проснулся, опять сдох, сука. А, ну нормально, нормально, мне хватает. И, короче, просидели еще целый день. Блин, сегодня два таких крутых момента произошло, запечатлили это все на камеру. Короче, смотрите, завтра влог, послезавтра влог. Плюс 7 кубков, и все, хватит болтать, какая рыбалка, вам, наверное, всем похрен. Но это только тем интересно, возможно, кто смотрит лайв-канал. Ребята, лайв-канал, ссылка в описании, смотрите, завтра будет влог, артист монтирует. Итак, новый боец, что же за новый боец? Да боже, естественно, за 3000 кубков, ребятки. 3000 кубка уже на аккаунте. Следующий у меня цель быстро взять 4000. И так хочется дойти до первого мегаящика. Господи, тут без доната очень, ну, как-то тяжело там по сундукам. Гемы не падают вообще. И очень хочу мегаящик, очень хочу. Топлю как можно скорее к нему. Ну что, получаем нового бойца. Опля, 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 привет, бро, привет, бо. Берем, конечно же, сразу его и погнали в каточку. Погнали в каточку, немножко понагибаем на бошечке. Короче, о, стоп, 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 стоп. Черт, сколько у меня уже бравлеров? 11 или 12? Прекрасно, прекрасно. Вот это аккаунт без доната, вот это я понимаю. На самом деле тут... Половина бравлеров, точнее, даже больше половины. Ой, 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 я думал, тут очень легко будет, поверил в себя. А тут не очень легко, короче. Я хочу, хочу этого примата забрать. Я же заберу его? Угу, я не забрал его. Мне это не... Мне ноль банок. Жесть. Короче, у меня много бойцов за пути к славе, да? О, о, братишка, братюня. Да ёпта. Не, на бо, конечно, сложновато. На примате попроще было. А, лол. Так. Я на бо надо прицел... Ух ты, блин, 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 блин. Мало хп, мало хп, мало хп. Есть. Так, все, постоим тут. Даже если кто-то подойдет, он взорвется на моих минках. Ну, первый уровень бо, конечно, такой. Что еще, ребят? Честно, вот, конечно, хочется стрим запустить. Ну, как... Хочется. Желание есть, сил нет. Пообщаться с вами, все рассказать. Ну вот сейчас вот, типа, вместо стрима такой вот видосик. Все вам рассказываю. Блин, не знаю, соскучились вы или нет, заметили вы, что меня не было или нет. А я безумно, у меня там интернета не было. Я выехал в город покупать, с рыбалки выехал в город покупать там снасти еще, докупить. Там, червя, опарыша. И появился интернет. Я сразу залетаю, смотрю, что там на ютубе, кто там, что, какой ролик выложил, что за новые пассивочки, все тому подобное. Но я про новые пассивки... Ну, как бы я в курсе, что новые пассивки... Я же записывал ролик, да? Как бы приблизительно... Ну, я не помню, но я думаю, если я прочитаю, я вспомню сразу, потому что я об этом делал отдельный ролик. Но я не тестил их, вот в чем прикол. Я знаю, что там Джесси как-то электро этим бьет через турелечку. Вот это надо затестить. Что-то на Биби там не помню. Ну, короче, надо завтра разбираться. Только-только приехал, реально, только попал в хату, сразу залетаю, короче, выбиваю бо. Помню, что бо, я еще вчера его хотел выбить, вчера второго ролика не было. Короче, у меня все сбилось с планов. И это жесть. Это, друзья, дорогие, жесть. Что, давайте еще каточку. Только давайте не на бо, давайте на Джесси. Вот у меня Джесси 400 кубков. Я ее хочу доапать на 500 завтра. И помимо Джесси, выбирайте практически любого персонажа, которого вы хотели бы, чтобы я завтра апнул. Вот выбирайте, я посмотрю, кто, кого большинство хочет. Я буду его апать. Правда, не знаю, какая следующая карта, но я чекну после видоса обязательно. Просто я еще приехал. Еще такой момент. Приехали, нам ехать где-то около полтора часа, приехали в 10, да. И, короче, обнаруживаем, что, походу, мы забыли ключи там на рыбалке, на даче. И это просто катастрофа, блин, опять обратно ехать. Но потом нашлись, оказывается, не забыли. Блин, жесть. Что за жесть? Что за жесть? Минус 3. Вы чё? Нет, не хочу проигрывать. Ладно, давайте я одну каточку затащу. Потому что я тороплюсь, я пытаюсь что-то рассказать. И в итоге, а тут уже надо, короче, сосредоточиться, надо нормально их отыгрывать. И я с нормальными силами завтра или сегодня нормально, не спеша, прапаю двух персонажей. И будем двигаться дальше, нам нельзя останавливаться. Я хочу новый проект по-быстрому развивать, потому что развивать еще очень долго его. А я не хочу медлить, надо апать, апать, потому что только выбиваю нового бравлера, мне сразу же надо кого-то апнуть на 500, чтобы...
У меня не было застоя такого. А то не выбиваю новых бойцов, а апать их буду 3 года, блин. Я так не хочу. Ай-ай-ай, пожалуйста, пожалуйста, тарелечка, тарелечка. Иди сюда, падла. У него, блин, есть ульта. Так, надо затащить сейчас каточку, вернуть 3 кубка, которые я слил. И, в принципе, ребята... В принципе... Так, где? Где ты, где ты? А вы как вообще, ребят? Что у вас нового? А, я уже спрашивал, да? А стрим ждете, не ждете? А ну, поставила кто же? Бля! Ну, я уставший. Я не вернул 3 кубка. Плюс 2. А нет, все нормально. Ну, не 3 кубка, но главное 400 вернул. Короче, у меня уже 3К на аккаунте без доната. У меня уже 11 бойцов из 27. И я завтра постараюсь 2 персов еще поднять на 500. Ну и так далее. Продолжим. В общем, ребяточки, родные мои, пишите комментарии. Я их сейчас пойду читать. Пойду в ванную, лягу, буду читать ваши комменты. Отвечать буду по возможности, если что-то, какие-то вопросы будут. Про лайку и какие-то интересные комментарии. В общем, люблю вас. И встретимся на стримчанском. Обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Поздравьте меня с Бо. И все, до новых встреч. Всех обнял и пожелал спокойной ночи, если кто-то собирается спать. Ну а кто нет, тогда приятной ночи. Все, ребятки. А приятной, спокойной, какая разница. Все, ребят, скоро увидимся. Фух, пока.